Так, он у нас в Саратове, значит, Кузьмич. Вон он побежал. Кузьмич, иди сюда. Куда? Куда идем? Вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Да. Он с нами в Саратове. Так, пришли мы, значит, вот на такой прудик. Вон там вроде рыбка ходит. Видно, сейчас мы будем расчищать от этого рогоза. Здесь все. Ребята сейчас будут расчищать, я буду снимать. Ладно, пошутил. Сейчас мы будем с Данькой потихонечку это все расчищать. Попробуем вот это вот место полностью расчистить. И будем закидывать. У нас, значит, три маховых. И я взял для проверки сюда одну доночку. Так, расчищать сейчас будем вот эту вот самодельную штуку, непонятно. Этим вилами каким-то. Вот на такой веревочке. Значит, попробуем сейчас сделать один заброс. Нам тут много не надо. Так, Кузьмич. Сейчас снимем. Выходи, да выходи! Переживай, что там такое? Кузьмич, иди сюда, сюда иди, выходи, выходи. Вот что это. Нет, ну это траву так не сказать. Рубанул сейчас палец этой штукой. Чуть-чуть. Ребята ушли посмотреть другое какое-то место. Пока ходили, я вот тут такой вот пятачок вот расчистил. Закинул, значит, одну поплавочку. Поплавочек закинул. Вон он там болтается. Кузьмич все ходит, тут тоже болтается. Значит, ну, под пару маховых здесь нормально. Вот, значит, у меня ни червей, ни опарышей, ни мотыля, ничего нету. Сегодня у меня кукуруза, перловка, мед, перловка, как обычно, сало, чесноком, тутти-фрутти, звездочки и болтушечка. Ну, плюс прикормка, будем сейчас прикармливать. Есть еще карамельный микс какой-то, хрен его знает. Короче, будем пробовать на это все ловить здесь, вот в этом прекрасном месте. Значит, у меня есть первый улов на этом озере. Вот там Настюх стоит. Это значит, я с центра вытащил, на камеру что-то плоховато видно, уже закат, я с центра вытащил моток сети. Вот, почистил чуть-чуть это озерцо. Кузьмич! Порвался? Да. Блять, Кузьмич, не будешь прыгнул. Кузьмич! Давай вылази. Так, карась. Он большой был. Кузьмич, блин. Такой охрененный карась был. Давай еще раз закидывай. Сало с чесноком. Тут этот... Грузики, что ли? Да. Сейчас, не переживай. Да. Сало с чесноком и с карасями работает. Вера, такой здоровый. Да, здоровый, да. Как чувствовал? Как тебя? Мощно. Мощно? Мощно. Вот очень оно. Очень тяжело все. Очень тяжело, ну, понятно. Не очень, а так вот. Но он грамм 500 был точно где-то. Да. Вот. Здоровый тут. Вот это... Давай я тоже на... На салочный да. Давай. Он хорошо. Бьется малька. Да тебе, мне кажется, вот... Мне кажется, он хвостом просто бьет. Нет, он может просто тюкать, малек тюкать, и сейчас поплавочек так. Блин, вообще. Ну, давай, да. Давай, давай, сам. Давай, сейчас сделаем все. Так, значит, уже стемнело довольно-таки давно. Сейчас время по нашему 10:30, по московскому времени сейчас 10:30. Мы, значит, собираемся. Значит, был один карась, какие-то были тоже непонятные поклевочки, но были поклевочки. Карася здесь водится. Мы сейчас чуть прикормились. Потом, я так думаю, завтра вечерком опять сюда придем и будем ловиться. Значит, что у нас сегодня? Какой улов? Улов наш
Кузьмич сбил. И вот такая вот сеточка. Вот достали вот такую сеть, да, Кузьмич? Сбил улов, засранец. Ну вот, сейчас я на донку тоже ни хрена не было. Ну, на донку только цепила. И все. Первый день. Точнее, первый день. Первый вечер. Первый вечер. Дальше еще. Так, ну у нас второй день. Второй вечер. Мы идем опять пытаться поймать рыбу. Значит, вчера было, посидели, поклевочки всякие разные были. Что удивительно, карась клюнул на сало с чесноком, но Кузьмич на него напал. И карась сорвался. Конечно, в темноте не видно, но кипиш это слышно. Ну, в итоге, чё как будет. Сейчас мы пойдем не на то место, а немножко на другое, чуть подальше. Посмотрим, что да как у нас там. Вот, и будем пытаться поймать рыбу. Вон, засранец идет, главный охотник. Так, вот так. А у нас здесь саранчака огромная, вот. Ну, где поставь ногу, чтобы она откусила. О, какая. Какой у тебя размер ноги? 45. Такая огромная саранча. Полетела. Эй, морда, иди сюда. Давай. Опа. И вот такие вот там классные места. Все, конечно, заросшие там поля. Вот, особо не походить. И пауки там такие водятся мощные вообще. Вот. Надо будет заснять обязательно. А теперь на нашем пути стоит зеленый стражник саранча. Бай. На, Кузьмич, вот. Вот, давай. Бей его, бей. Пойдем. Так, местные пауки. Ну, шевелится. О, какой. Так, значит, нашли вот такое вот другое местечко. Расположили, значит, вот тут, вот таких кустиков. Тут есть вот старая рогатулина. Значит, здесь, наверное, кто-то ловит. Удочки маховые уже закинули. Сейчас я буду потихонечку готовить донку. Посмотрим, может быть, что-нибудь здесь на доночку будет. Мыльце озера пруд один и тот же, мы только сидели чуть вон там, в том месте. О, вот, а тут у нас поклевочка. Поклевка на перловку с ароматом кукурузы. Ну ладно, если будет рыба, мы обязательно покажем. И пытаемся заснять. Кузьмич, иди сюда! Какой карась, блин. Вытягивай. Ой, блин, сука, сошел. Нет. Карась был мощный. Я медленно тяну, я там ребята сейчас хорошего карася поймали. Да, ребят, там светлячков. Это уже нифига не видно, но вот зато какой бомбезный вид. Вечерний закат. Уже не видно, тут офигительно все. Вытащили карася. Такой карась, ну, полкилошный. Мощный такой. Ну, такие вот здесь и водятся. Ну, что делать с ним будете? Пускаете? Скорее всего. У вас. Ну, давай тогда пускай. Да? Может, поможешь? А что, от палку зачем ты взял? Ты что, палку? Он защищался. От карася защищался? Нет, он держал карася. Ага. Так поймали. Жалко отпускать. И рыбу жалко. Отпускаем карася. Все. Уплыл. Все. Свалил. Оп.
сел. Дикие лебеди. Ну вон тут две семьи лебедей диких. Почему одни белые, другие? Серые это маленькие еще. Это детеныши ихние. О, да, две семьи лебедей. Либо это одна... Нет, это одна семья. Вот это либо мама, либо папа вон там, либо папа, либо мама. И получается у них 6 деток. Смотри, как смотри, в ряд. Да, в ряд плывут. Бичий нос! Бичий нос! Давай. Вот тут лебеди. Кузьмич, что, застрял? Давай заднюю. Ладно, настоящие собаки задние дают. Лечится нормально. Значит, сегодня уже третий день, как мы пытаемся поймать рыбу. Вчера получилось карасика взять на, ну, вот такого вот, наверное, где-то, ну, на полкило. Точно есть. А сегодня мы пришли вот на этот прудик. Вот. Мы вчера до него доходили. Тут у нас есть видео в шорте. Тут Иван Про поймал карася на 1,5 килограмма и на килограмм. Вот, я сейчас буду вот этой штукой закидывать ее. Тут просто прутик зарос хорошенечко. И прочищать вот от этого всей травы. Чтобы нам хотя бы можно было бы закинуть 4 маховых удилища. Так, реакция Кузьмича. Кузьмич подумал, что это рыба. Он пошел, да? Ну-ка, дай. Кузьмич, ты что там делаешь? Ты застрял? Ёрш. Маленький ёрш. Без удочки. Без удочки. Чисто просто почистить. Ёрш. Бывает. Может, карася зацепим. Кузьмич, уйди отсюда. Уйди. Там остров. Тут рыбы нет. Ну как нет? Ходят. Чиселка самодельная, сварена деревенскими ребятами, ну очень эффективно. Килограмм так сколько тянется? Десятку точно. Ну нет, не десятку. Килограмм 5 тянется. О! Еще один ёрш. Я тут. Побольше. Поздравляю. Кузьмич. Ты с удочкой столько не ловил. Держи. Ёрш. Кузьмич. Ну все, не мучай рыбу. Первая рыба ухе. Так получается, если мы здесь будем с опаршем... Не надо, Кузьмич. Ладно. Если мы будем здесь с опаршем сидеть, значит, ёрш нас уже перейдет. Ом. Полетела.
Молодец. Ныряй. В смысле ныряй? Ну иди туда, ты что? Как туда пойдешь? Пока веревка не утонула. Как я тебе сейчас, я туда зайду, я там плавать буду. Ну давай, думай быстрее, прояви смекалку. Палка? Палкой, да, давай, ищи. Контент. Что сделать, если у вас утонула какая-то хрень для чистки? Взял просто палку и кинул куда? Тони вместе с ниткой. Держи телефон. Спирали. Выкрутился. Охота на карася началась. Всем карася! Сегодня четвертый день, и мы идем на пруды. Вчера я прикормил местечко, расчистил, прикормил. Надеюсь, там никто не сидел, потому что вчера какой-то там мужик внуков привозил, и что-то там пытались поймать, говорит, там ничего. Блин, мы опарыши забыли. Забыли опарыши, ребят. В холодильнике? В вашем, да. Там это, возьми и белых, и красных. Две банки, да? Да. Все, пока Данька сейчас пойдет за опарышем, мы его подождем по-быстрому. Может, через забор сиганешь? Да не, не через этот. Около бани. Так, ну вот, надеюсь, сегодня будет какие-нибудь трофейчики или хотя бы какая-нибудь рыба, да? Кузьмич, не нервничай. Я только разматываю. Подай, пожалуйста, кукурузу. Открыть? Кузьмич лежит с нами. Ну вот, короче, мы как-то так устроились. Вот там плотки наши закинуты. Опарыши закидываем. Там прям вообще активно рыба идет. Играет, ну мелочь всякая играет. Вот сейчас пересадил все на сало с чесноком. Тишина. Сейчас пойдем посмотрим, что у Тохи там. Ну вот тут недалеко и Тоха поселился. Сидит. Как у вас дела? Никак? А у вас? Тоже вообще на сало пересадил. Все на сало? Да. Большой, но первый карасик за долгое время. На кукурузу. На кукурузу. Во. Ну а так он, ну маленький, но уверенный. Прикольный. Пойдем в садочек его отнесем. Погнали. Вот такая вот рыба водится в деревне. Огроменная. Плотва. Кузьмич, будешь?
потом. Твоя реакция, Кузьмич? Что ты мне скажешь? Вот такого крыся. Очень. Да, почему в Саратове ночью нельзя включать фонарики? Смотри, нахер. Же все облепили. Капец. Причем, ну, вы нормально облепили. Фонарик на тебя светит. Смотри, фонарик сними. Просто. Я так давно ждал, то есть он теребонькал, отстал. Ну все, спасибо большое. Знаешь, где номер 4? Два карася. Плотва свалила через дырку. Два маленьких карася. Сейчас мы их выпускать будем. И вот там он, все. Все, кто-то там шевелится, все. Мы боимся, мы свалим. Понька. И вот еще один. Ну, поменьше. А ты что поймал? Да. Вот такая вот у нас рыбалка изо дня в день. Мы прикармливаемся, смотрим место. Дней, конечно, здесь все мало-мало осталось. Но не хватает Руслана с нами. Он сейчас звонил недавно, говорил, домой идет. Как только позвонил, я ему сказал, что делать, говорит, на рыбалке. Вот. И без него. Ну и ничего. Включи. Так. Идем, значит, уже домой. Там кто-то этот в поле кричал. Что за зверь может кричать, как ребенок? Как будто сначала какие-то просто крики, а потом как будто вот завывание какое-то. Вот. Напишите в комментариях. Идем. А тут на звездах вот такая вот хрень сидит тут. Свилась и огромная паутина, он еще шевелится, мне не нравится ей. О, Крестовик огромный, смотри, какая задница. Что-то делает там. Эй, братишка! Всем леща, пятый день, как мы в Саратовской области, пытаемся наловить карасей. Вот. Время 6 утра. Вон там где-то вот рассвет. Какие тут облака шикарные. Вон, птица полетела. Вон там вообще дождем поливает все. Вид просто бомбезный. А знаешь, мы как обычно пару поплавочков. Ребята вот тут за кустом сидят. Кузьмич там живет. А мы продолжаем пытаться поймать рыбу, крупную рыбу и небольшую рыбу, ну не мелкую. Мелкую уже половили. Вот, сегодня у нас еще в планах где-то часа, наверное, в 3 поехать на Волгу и там уже до утра. Там по полной выкладке попробуем уже что-нибудь наловить. Красная перка. Маленькая. Так, значит, перешли мы с этого пруда резко вот на другое место, на соседний пруд. Вот, мы уже здесь были, ловили. Что-то там с утра вообще очень плохо. Сейчас пробуем, как здесь с утра. Ну, как я вижу, опарик уже проклевывается. Там пока тишина.
ребята вон там за кустом, да? Ребят, вы там? Молчат. Наверное, домой пошли. Ну ладно, мы сидим, ждем рыбу. Хорошая плотва. Ускакала. Красота какая. Держать, я не знаю. Красавец. Ну все, давай его в эту. Вот такая вот сегодня рыбалка. А мы еще собирались на Волгу сегодня поехать. Но это будем смотреть по погоде, как ты че. О, все. Нас накрыло. Значит, зацепился блесной то ли за сетку, то ли за роколовку. Роколовка. Спиннинг вон как. Дугой. Посмотрим, есть ли раки. Ставит всякие роколовки, блин. Сетки, херетки. Вот так вот. Ой, она огромная. Она же давно стоит здесь. Вот это роколовка. Хлебком, конечно, несет нормально с нее. Вот такая ячейка, раки выползут. Так, нарезанная рыба. Тут нет. Тут нет. Какой-то малек там. Не, раков нету. О! Да? Так, едем с Иваном Pro Max на ночную рыбалку на велосипедах. Ехали. Там вот, вон там на камере чья-то нора. И по кустам все кто-то здесь шарится. Эй, кто шаришься? Я так, Кузьмич, уйди отсюда. Уйди, уйди, уйди. Бля, да я его тупо забагрил, блядь. За спину, блядь. О, похуй, это же результат. Результат, блядь. Кстати, не забагрил, блядь. Сейчас Ваня приколится, блядь. На червя попробуй, блядь, говорит. Поймал карасика. Вот такого вот. Ништяк, наконец-то у меня нормальный карасик. Блин, ну это как подлещик вчерашний. Ну да. Вот это карасик. Даже побольше, по-моему, нет? Да не, ну такой же. Такой же? Да. Ну, за кукурузой или за салом? Давай. Бери что
надо. За кукурузу пришел. Машунь, давай, я тебя угощу. Набежал? Да. Крохотулечка-то. Можешь кушать. Мне не жалко. Офигеть, кого Иван Про наловил. Так это карп. На том пруду, который мы, это, от которого все, я в 3 часа ночи ушел, да это карп. Вот, и у него сегодня с утра клевают. Но вот это карасики. Такие крупные. Вот. Вот. Ну вот это вообще, вот этот крупный карась. Вот так вот. Надо утром ходить на рыбалку. Ну все, а мы уже сейчас будем выезжать. Иван Про красавчик. Конечно, это он сейчас где-то ходит, там опять на пруду. Но, ну вообще, наловил мощно. Все, я завязываю с рыбалкой. Вообще.